Станции скорой медицинской помощи работают 24 часа в сутки. Врачи оказывают помощь всем. Вызовы идут один за другим. Но даже в экстренных случаях одна категория под особым контролем. Это пациенты с нарушением слуха и речи. Оказывается, уже в течение нескольких лет в службе скорой помощи Чувашии функционирует прием вызовов в виде смс-сообщений от пациентов, которые испытывают проблемы с речью. Сервис сделал эту услугу доступной для сотен пациентов. И данный вызов поступает диспетчеру по направлению. Все. Теперь мы видим, этот адрес лежит у диспетчера по направлению. Вызов диспетчера направления. В течение минуты-двух минут обрабатывают и направляют в депутат. Прием сообщений ведется круглосуточно. Крайне важно помимо фамилии и адреса указать симптомы, чтобы медицинский работник оперативного отдела принял оптимальное решение по выбору профиля бригады для обслуживания вызова и быстрее отправил специалистов по адресу. Номер для СМС известен только работникам социальных учреждений и распространяется в сообществах людей с нарушением слуха и речи. Голосовые вызовы по данному номеру не принимаются. Анастасия Миловидова, Николай Скворцов, Республика.